Всем привет, я Александра Соколова. Продаю апельсины, мандарины, шучу, продаю недвижимость. Остановилась у дороги, чтобы показать вам и купить себе цитрусовые. Вчера я поздно пришла на базар, и апельсинов я хороших не нашла, плохие брать не стала. У нас сейчас сезон. Давайте посмотрим, какие цены на лимоны, грейпфрут и апельсины. У нас цитрусовые продаются как картошка или лук, прям вот в мешках. Вот такой вот очень привлекательный мужчина их продает. Значит, по ценам, смотрите, какие замечательные у нас лимоны. Посмотрите, какого они размера. Большие, сочные, вкусные. 20 лир, Ерми, да? 20 лир. Вот такая сетка стоит. 20 лир стоят лимоны. И сетка 15 лир стоит... Стоит сетка апельсинов и тоже грейпфрут. 15 лир, грейпфрут. Ой, какие они вкусные. А тут тоже парень будет выбирать. Что делать с таким количеством лимонов? С лимоном делает абсолютно все. Салаты, рыбу, мясо приправлять. Поливают все, что можно. Очень хорошие, очень вкусные. Так что, если вы приедете, вот он вам выберет хорошие. Вкусняшка. Так что, приезжайте и кушайте свежие овощи, фрукты.